Привет, чемпионы! С вами мастер спорта международного класса по плаванию Даниил Серебренников. Сейчас мы найдем 10 ошибок у спортсменки, плывущей на ваших экранах, и дадим свои рекомендации к их исправлению. Ошибки будут выявляться по мере их степени важности, то есть первая будет самая основная для исправления. Ну что ж, поехали! Первое. Искривление позвоночника в момент вдоха. А вот как делает олимпийский чемпион Парк Тайхван. Вам необходимо научиться закручиваться по оси. Вторая ошибка – это слишком сильный завал корпуса на бок. Так как у нашего спортсмена скорость немножко ниже, чем у олимпийского чемпиона, то завал на бок является критической ошибкой. Лечится плаванием с ведением кисти по поверхности воды и плаванием без доворота корпуса во время вдоха. Третья ошибка – долгое удержание плеча в конце грибка и в момент начала проноса. Лечится плаванием в отягощениях, то есть ньютоновский пронос, он есть на нашем канале, и подъема гантели на суше локтем вверх. Удивительно, но Парк Тайхван делает правильно. Он тащит руку локтем вперед за счет трапеции и дельты. Четвертая ошибка – двухчасовой локоть. Почему так назвал, сейчас поймете. Возьмем циферблат. Локоть залип на двух часах. Все, как я и говорил. А у чемпиона полдень. Пятые и шестые ошибки взаимосвязаны. Они являются следствием чрезмерного завала корпуса. После этого нога пытается стабилизировать тело и уходит в сторону. И плюс еще оттягивание носка на себя, то есть некий костыль, после которого идет пинок. Лечится плаванием в ластах и плаванием с постоянно натянутыми носочками. А также обязательно нужно исправить все предыдущие ошибки. Седьмая ошибка. Уход руки в сторону в фазе скольжения. Возникает дополнительное лобовое сопротивление. Также является следствием завала корпуса. Лечим полусцепкой с доской. Есть на нашем канале. Если рука с доской будет сильно уходить в сторону, то вкладывание под досочку не получится. Восьмая ошибка, а скорее недоработка, это фаза захвата. Кстати, для любителя очень неплохо выполняет захват. И такая же девятая ошибка, это фаза отталкивания, то есть самая концовка грибка, что тоже для любителя в принципе неплохо, но хотелось бы лучше. А вот десятую ошибку придется найти самому и написать в комментариях. Для максимальной информативности оцени это видео лайком или дизлайком. И подписывайся на канал, если хочешь быть с нами.